У кого самая крутая прическа из нас троих? У меня, у Янки или у Сашки? Начинаем готовить чай в турке. Как кофе в турке, только чай в турке. Чтобы получился чай очень хороший. Лучше поднимать завар. Этих дел мастер. Суперский, мне кажется. Вкусный. Вот этот чай мы сейчас сливаем обратно в турку. Смешаем, перемешаем. Ваша Шаван, какой чай? Чай твердый, горячий, горячий. Какой чай? Какой чай? Какой чай будет? Асам. Асам, асам, асам! Асам, иди чай приготовь. Сейчас произойдет мэджик. Я на несколько дней, чтобы вы понимали, несколько дней она такая: Вика, что откуда это? Вот это? Я говорю: слушай, ты стол, стул, все, весь, все собрала. Да, я собрала, говорит. Да, блин. И вот теперь мы нашли, чтобы вы понимали, это спинка стульчика. Так я тебе покажу на салфетку. Она огромная, ребят. Янка 20 апреля купила себе кулич, потому что случилась неприятность у нас дома. Дело в том, что Яна как-то вернулась. Да, так все было. Короче, мне Саша за день до конца Пасхи, в день, точнее, окончания Пасхи, он мне говорит: Ян, если что, там на столе остался кулич. Тебе придется его съесть, потому что я со следующего дня буду на диете. Я съела половинку кулича. Я уехала на 3 минуты. Ну ты вышла, вот просто. Вот вышла, я моргнула. Да, ты моргнула. Без преувеличений каких-либо. Я приезжаю, а кулича нет. И след простыл. И след простыл. И Саша мне говорит: а я его выбросил. Я говорю: куда? Он такой: вот сюда. Каково? Саш, ждем. Саш, ответь в комментариях. Пожалуйста. А вот мы и поймем, смотрит ли Саша наше видео или не или нет. Сегодня у нас с вами 23 апреля. И сегодня мы с вами проводим актерское мастерство. Поснимаем, как это все проходит. Но я надеюсь, что мне разрешат. Ехали с вами на Парк Победы. Триумфальная арка. Сегодня у нас на самом деле очень насыщенный день. После того, как мы проведем тренинги актерские, мы поедем с Викой на репетицию 8 любящих женщин с нашими прекрасными однокурсницами, которых вы знаете по ранее снятым влогам. Поудничать в кафе Высоцкий, который находится на Таганской. Мы сидим сейчас на венских стульях, на тех самых венских стульях, на которых Высоцкий когда-то играл в театре. И эти венские стулья участвовали у нас в дипломных спектаклях в Новосибирске. Именно эти? Эти, да. Ну, может, тогда вообще не поедем. Вертаем за индейку. Чел такой. Еду. У меня щёчки с пюре. У тебя щёчки в пюре. А у дяди котлета. Как вот. У меня щёчки с пюре, а у дяди котлета. А что за котлета? С куриной? Индейка. Индейка. А это что такое? Сметанный соус. Твое 50-летие отмечаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, можно вот здесь? Да. Я вижу. Я слышу. По-моему, соевое какое-то. Не-не-не, я думала, у вас есть классическое. Нет, я не пью. Так, какой чай? Выпрямись, есть? Как красотка. Да, ты уже похудела так?
Научи себя на такое. Я, кстати, да, ну что такое? Я... Нам для влога, помаши. На апрельский. Пожалуйста, нет. Ну ты отвернись тогда. Вы посмотрите, как Катюха похудела. Вы можете посмотреть старые влоги, где мы учились вместе. Нет, реально, я вам говорю, похудела. Да, она вообще красотка. Какой чай вы хотите? Классический черный. Ассам. Ассам возьми и налей. Да-да-да. Вот, наконец-то, все. Стой, ты в темноте. Ага. Старые добрые влоги, когда сейчас соберется весь курс, и мы такие, репетируем 8 женщин и зациклим. Моя ты девочка. Ты слышала, как вставала мама? Да. Мама. Когда, блядь, надо, она мне не помогает. Я слышала, что у Катрин и у Агюстины горел свет. Слышала? Да, блядь, у меня деменция, блядь. Абонированные в одной библиотеке. Вы недавно читали роман «Любовники в лодке». Я не ошибусь? Не помню. Я не с тобой разговариваю, я объясняю всем остальным. Пался бегунок на чайнике, зовите меня. Сегодня сложный день, насыщенный. Нет, не сложный, у нас насыщенный сегодня день. Мы с Яночкой собрались на маникюр. Сегодня понедельник. Дома мама, на улице лето. Вот и лето прошло, но у нас еще не прошло. Мы опять опаздываем. Итак, дорогие друзья, мы сделали маникюрчик. И все, и мы бежим на показ. Театр. Разумеется, мы уже чуть задерживаемся, насколько не имеет значения, но факт остается фактом. Девчонки, скажите что-нибудь нам во влог бонус спасибо. Мы, кстати, переименоваться хотим. Какой? Зачем? История для всех. Когда ты вбиваешь в ютубе бонус спасибо, короче, мы начинаем соперничать со Сбером, а Сбер мы вдвоем вряд ли переплюнем. Это пока что. Ну, я имею в виду на данном этапе. Просто его, короче, даже найти сложно. И пока что мы, короче, припрячем бонус спасибо для... Сейчас мы раскрутимся и примем. Привет. Здравствуйте. Мы будущее... Мы будущее театра и кино. Мы будущее театра и кино Российской... Федерации. Эстрады. Что ты пьешь? Это... Смородиновый лимонад. Да, смородиновый лимонад... Да. Слушайте, актеры, блин, все время им камера нужна. Да все, пойдем, дети. Пойдем. Охуеть, это самые пиздатые ногти на свете, которые я видел. Если бы мир не знал слова красота, он бы уговорил ногти Вики и Яны. Если ваши любимые люди вокруг вас не реагируют так на ваш новый маникюр, то время задуматься. Надо было еще вот так. Вторник, смотрим хоккей. Сегодня, возможно, определится победитель Кубка Гагарина. Кто играет? Акбарс и ЦСКА. Мы за ЦСКА. Здесь до Юдина дошла шайба, бросок, это блок. Галя! А скажи Галя жрать. Что, надо так же или просто? Да, да, да. Галя жрать. Галя жрать. Викиными молитвами, мольбами и просто доставанием меня мы пошли в магазин. Что такое Сюзон? И что ей надо, Сюзон? Ну что, мы разъехались. Дорогие господа, мы не разъехались. Мы также живем счастливой, дружной семьей, правда? Я тебя снимаю вот так, милая. Не волнуйся. А, боссу пипу там не... Все, что вы думаете, неправда. А что мы думаем? Ничего не думаем. Да не вы, а подписчики. Зачем ты врешь нашим подписчикам?
почему я, Вика сказала. Подписчики думают, что мы разъехались. Я говорю, это неправда. Девка, вы что, в себя приходим? Галя! У нас тут апгрейд. Мы решили вот эти картины перевешивать сюда, а эти картины перевешивать все сюда. И вот я сейчас... Чтобы зрители бонуса спасибо спросили. Я подписчик бонуса спасибо. Зачем? Отвечаем только в комменты. Я вам директ ответила, проверьте, скрытые. Как я проверю, оно же скрытое. Так, ты еще можешь сутулиться больше? Не, не могу больше. Ты вот так вот горбун из Роттердама вообще. Ну я работаю, а что вы хотели, конечно. Мы тут налепили, картины сейчас развалится, вот если честно. О, Вика пришла. Виктория Мойснер! I'll be back. О! Кстати, подписывайтесь все на наш канал «Бонус спасибо». Там все о рыбалке, охоте, отдых, развлечениях, туризм. Вот, подписывайтесь. Там, кстати, удочки по скидке мы продаем еще. Отлично, все.